дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельские силы на гробе Твоем, истребующие мертвеша, и стоящие Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего, пленилась от не искусився от Него, встретилась и Деву, даруя живот, воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Вознеслся си во славе Христе Боже наш, радость сотворил учеником, обетование Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты си Сын Божий, Избавитель мира, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречемо благодатное, небо якого сиялось и солнце правды, рай яко прозеблась и цвет нетления, деву яко привылась и нетлена, чистую Матерь яко милость и на святых Твоих объятиях Сына всем Бога, Его моли спастися душам нашим, стопы мои направи по слоеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, видение великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присной во веки веков. Аминь. Ты, Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам дни, се оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, Сила и Слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Еже о нас исполни смотрение, и я же на земле, соединив небесное, вознеслся и си во славе Христе Боже наш, никак уже отлучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим Тя, а съездим с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся зовика спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы. И яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним благослови, Отче.
Боже, учредины, благословины, просветили церквенные и помилуйны. Аминь. Христе, свете истины, просвещая всякого человека, грядущего в мир, да знамится нас свет лица Твоего. Да въебусим свет неприступный, исправи стопы наших делами заповедей Твоих, молитвами причистится Матери всех святых Твоих. Аминь. О верности заповеди Христовой. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. То есть, когда увидите, что многие не веруют, и когда сами вы подвергнетесь бедствиям, изгонят вас из синагог, потому что уже постановили, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Евангелие от Иоанна. Будут домогаться вашей смерти, как бы дело благочестивого и богоугодного. Затем опять предлагает утешение. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Достаточно для вашего утешения, что вы будете терпеть это за Меня и за Отца. Здесь опять напоминает им о блаженстве, о котором говорил и в начале. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, 5 глава. Сурова добродетель, но будем представлять ее облеченную величие будущих обетований. Люди с душою возвышенную находят ее и без этого, саму по себе прекрасную, и потому стремятся к ней. Живут добродетельно не из-за наград, а для угождения Богу. Если же кто более немощен, тот опять представляет себе и награды. Так будем поступать и по отношению к милостыне. Будем милосерды к иноплеменникам и не станем презирать гибнущих от голода. Не крайне ли в самом деле несообразованность в том, что мы сами сидим за трапезой в смехе и пресыщении, а между тем, проходя по улице и слыша, как другие плачут, не только не обращаем на их плач внимания, но еще негодуем на них и называем их обманщиками. Что ты говоришь, человек? Уже ли из одного хлеба станет кто-нибудь обманывать? Да, скажешь ты, в таком случае тем скорее нужно сжалиться над ним, тем скорее нужно избавить его от нужды. Если ты не хочешь подать, по крайней мере не оскорбляй. Подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь пришедшего к тебе нищего. Какою, сказано, мерою мерите, такой вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава. Аминь. Завтра 8 часов. Начало молитвы в нашем храме. Храни всех Господь.
Спасибо.